Спасибо. Где заразился сотрудник СИЗО, у которого подтвержден коронавирус, и со сколькими людьми он контактировал в следственном изоляторе? На сегодня эпидемиологическое расследование продолжается. На сегодня установлено 10 контактных. Вот, по семье еще 3 контактных лица. На сегодня все они контактные обследованы, проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия. Здесь пока источник заражения пока не установлен, но работа в этом направлении продолжается. Угу. А в какой обсервации содержатся врачи ЦСМ номер 17 и 3? Есть ли среди них выписавшиеся? В данном случае они находились под домашним карантином. В ЦСМ 17 было подтверждено 8 случаев заражения. На сегодня все они пролечены и все выписаны. В ЦСМ номер 3 было 15 случаев подтвержденных случаев заражения. 3 уже выписались, в стационаре находится 11 сотрудник. И один случай, к сожалению, был с летальным исходом.